Сегодня у нас собрались мы сегодня, чтобы отметить. И это сегодня такой праздник у нас, день вывода войск. И этот же день у нас день ветеранов боевых действий по стране отмечают. Главное это вот почтить память. Сегодня мы сделали это в первую очередь в церковь съездили, поставили, заказали службу и памятники. Мы все посетили. И сегодня мы хотим пообщаться с молодежью. Это военно-патриотическая передача. Вот, и увидеть своих друзей, боевых товарищей. Ну, я думаю, что вот это событие, хотя оно, можно говорить, и локального масштаба, но оно не должно рассматриваться в разрыве от всей истории российского государства, да и вообще государственности, потому что сегодня оно связывается и с Днем защитника Отечества. А те ребята... Молодые, пожилые, рядовые офицеры, которые служили в Афганистане по призыву своей родины, они, естественно, воевали там не потому, что они так хотели сами лично, а это была государственная политика. Хорошая она была, нехорошая, правильная, неправильная, это уже другой вопрос, вторичный, потому что тот солдат, который там остался лежать, он остался там, но память о нем сохранена. Выполнял патриотический долг. На территории Республики Афганистан, это в 1984-1985 годах. Вот. 305 человек ввел в Афганистан и всех вывел оттуда.